В свободное от работы время эти люди помогают землякам, поддерживают социально незащищенные слои населения, реализуют проекты, творят. Некоммерческие организации Северодвинска подвели итог работы за год. Неравнодушные жители города встретились в Центре развития НКО на Карла Маркса, 37. В Северодвинске заявили о себе и 4 новые некоммерческие организации. За одним столом единомышленники, представители некоммерческого сектора Северодвинска. Их деятельность разнообразна. Кто-то реализует проекты по социальной и спортивной тематикам, кто-то сохраняет культуру и традиции, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни. Так, новое НКО с ярким сочным названием «Апельсин» уже вовсю готовится ко Дню города. На Дне города мы планируем организовать интерактивную площадку на основе русской бани, на которой мы покажем и расскажем, как правильно париться в русской бане для того, чтобы поддержать и восстановить свое здоровье. Сегодня в городе реализуют свои проекты 270 НКО и гражданских объединений. 4 из них появились в этом году. Кроме «Апельсина» – это «Гармония Севера», «Ливни» и «Федерация стрельбы из лука». Также 2017 стал для НКО перспективным годом в материальном плане. Общественникам выделили 1,5 миллиона рублей на их социальные проекты. Поддержку получили 22. Кроме того, в этом году традиционные семинары не ограничились юридическими, правовыми и социальными вопросами. Это вопросы продвижения имиджа общественных организаций, создания медиапланов общественных организаций, создания собственных имиджевых проектов. То есть общественные организации выходят очень ярко не только уже на социальное пространство города, но и области. Цель этой встречи не только подвести итог работы НКО за рабочий год. Это возможность рассказать о новых проектах и заинтересовать ими единомышленников. Ведь, как уверены сами члены НКО, ничто так не сплачивает, как единый порыв – творить добро.